Сегодня конклав собирается в полном составе. В опасности мироустройства и магии лик. Я слышал, что рестлин Маджере играет без правил. Скажи нам, Даламар, его ученик. Маджере мне жаль, ведь учитель он был превосходный. Но ныне и вправду наделает бед. Маджере в Истаре он ищет врата преисподней. Тем самым нарушил он братство запрет, и братство его отвергает в ответ. Смерть ренегаду, отступнику кара. В нашем семействе он худший урод. Единогласно решение конклава. Махмаджи завтра умрет. Легко говорить, ведь уже попытались однажды, когда посвящали мы злого щенка в мастерство. Матерого зверя взамен отпустили из башни. Так кто же сегодня решится прикончить его? Слишком дурная за рыслином слава. Каждый его опасаться привык. Единогласно решение конклава. Пусть идет Даламар, его ученик. Учительский жезл преломлять мне негоже. Но я расскажу вам о том, что узнал. Заклятие бездны к несчастью утеряны ложи. У меня был хороший учитель, я много читал. Маг, что желает с черных врат сорвать печать, не сможет разрешить свою задачу. Когда его намерению захочет помешать жрец Паладайна, светлый жрец, иначе известно ли почтенному собранию, кто там за дверью ждет его решения? Дочь Паладайна, светлая Крисания, прославленная ферою своей. Так Хизис в мир пустить я не позволю. Она поможет нам, себе добьется славы и нанесет врагу решающий удар. Я предлагаю решение конклаву. Телепортируем жрицу в Истар. Телепортируем жрицу в Истар. Общеизвестно священников косность. Нынче она только на руку нам. С нашим врагом она справится просто. Телепортируй ее, Даламар. Телепортируй ее, Даламар. Даламар. Я выполнил волю твою, ты доволен. Конклав подослал тебе ключ ко вратам. Закрывшие их лишь одно упустили из виду, что ключ твои руки попросится сам. Союз между злом
злом и добром невозможен. Однако ты способ секретный постиг, и мне ты прием этот хитрый откроешь, учитель, ведь я доломал.